Ну, вот это вот будет обучение Том Фокс. Постараюсь рассказать пократце, вкратце, ну, хоть это будет тяжело. Давайте начнем с главного, что реквизит и гиммик сделаны, можно сказать, по одной схеме. Только единственное, но он сделан по-другому, как я уже говорил. Этот из карты, этот из пластмассы. И тут вот такой вот решеточка сделана, просто полосочкой. Но у них механизм одинаковый. Тут такая вот пленочка идет и три ряда. То есть первое вот тут ее плохо видно. Специально так сделала. Тут вот такая вот дырочка, можно сказать, куда будет вот она всовываться вот эта вот пленка, чтобы ее было как бы незаметно. Вот. И вот это вот место, куда всовывать уже надо карту. Здесь сделано точно так же. Только здесь это будет видно чуть лучше. Вот тут такое место пластмассина, вон та вот такая фигня. Дальше. Вот. Дырочка. Как видите, отсек для вот этой пластмассины и отсек для карты. Вот он. Ну, в общем, как он делается? Он делается легко, но он делается очень долго. Поверьте мне, это у вас займет очень много времени. У меня вот второй гиммик, который я уже делал, он знал, как он делается, уже доработанный, все. Делал я его 8 часов. Очень долго. Но самое много времени занимает это вот это вырезание полосочек и подравнивание их. Это очень уморительно. Так что, если вы не хотите много времени портить, так что можете уже выключать видео. И так далее. В общем, давайте начнем, как это делается. Для этого вам понадобится сделать такую вот интересную вещь. Вот, как видите, тут не просто карта, тут еще сбоку вот приклеена часть. Как это делается? Мы берем просто вот, надеюсь, вам видно сейчас. Вот эту вот белую часть. Видите, вот эту белую часть. Просто мы ее вырезаем. Ну, чтобы сделать вам легче, я вам расскажу, как это делается. Вот тут ложите линейку и ровно по этой вот линии, где начинается синяя или красная, вы просто проводите ножиком, легонечко, чтобы у вас не был небольшой надрез, но не полностью порезано. Потом вот так вот сгибаете, оно у вас получается согнется очень хорошо, но не порвется. И вот когда вы сложили, то есть, к примеру, вот так вот сложили, сейчас, вот, сложили, потом, вот оно получается у вас так сложилось, потом вот здесь вот ножиком по второй по сложенной проводите, и она получается сложится в 3 раза. Вам таких вот полосочек белых надо будет 6 штук, вроде бы 6 штук. Ну, сейчас я покажу, что получится с карты после этой вот всей фигни. Вот. Вот что с ней станет. Вот. Если вырезать чисто по краям, ну, даже так будет лучше и ровнее. Дальше нам понадобится вот эти вот, что вы вырезали, белую часть, наклеить скотчем вот на карту, которая будет вот этой вот. Первый этот лицевой. Вы наклеите, и у вас что-то получится вот вроде этого, да? Дальше вы проделаете то же самое со второй картой. То есть у вас вот таких вот карты с этими ободочками дополненными должно быть две. Подождите. Да, две. Потом вы берете на вторую карту, вот, то есть вот представьте, вот это вот 7 крест, это будет как бы начальная карта, это вот, ой, начальная карта. Начало вот это вот. Вот. А это будет второе, это вот будет, где я взял вкладку. И вот где вкладка, можно сказать, это второй. Сейчас, блин, не знаю, как вам понятнее объяснить. В общем, представьте, вот это вот будет называться первая часть, пластмасска вторая часть, третья часть вот это вот будет полосочки, где вот эти вкладка. И четвертой частью будет называться вот эта пластмасска. Хорошо. На первой части, как я уже говорил, и на третьей наклеиваем вот эти вот полосочки, ободочки. На третьей части, это которая посередине, наклеиваем, вот тут наклеили еще вот так вот полосочку, и наклеиваем еще вот сюда вот, внахлёст. То есть, чтобы вот тут, тут покажу, чтобы вот когда мы всовывали вот эту пластмассину, было меньше места, чтобы его было незаметно, как и в реквизите. А чтобы карта лучше входила, мы вот сюда вот, на эти вот части, правда, вот на этот вот кусочек, наклеиваем две полоски. Далее мы берем главную карту, которая у вас будет так вот появляться эффектно и исчезать. Берем, просто ее вырезаем. Ну как мы ее вырезаем? Вот не обращайте, это уже полностью готово, осталось только это делать. Что мы делаем? Мы отмеряем сверху 6 сантиметров, ой, 6 миллиметров. Потом 5 миллиметров, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5. И у вас вот таких вот получается вот это вот, где не вырезано, вот это вот, это 6.
5 это где вырезано? 6 не вырезано, 5 вырезано, 6 нет, да-да-да. У вас вот таких вот вырезов, точнее по 5 сантиметров, должно получиться примерно 7. Ну, 7 точнее, у меня получалось все время 7. Вот, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вот нижнюю часть, вот, у вас получается уже 8 это будет кусочек, вы 8 кусочек уже будете отрезать. Но это только на этой карте ведущей, а на остальных не надо, чтобы она была целой. Там даже видно большой кусочек. Вот, если приложить. Ну, не будем сильно долго затягиваться. Дальше. Вы, как понимаете, чтобы долго не трудиться, обводите просто эти вот кусочки. Только желательно осторожно, чтобы было аккуратненько. Далее вы вырезаете, это уже будет карта номер один. Вот, часть номер один. Вырезаете на ней вот эти полосочки, чтобы она получилась вот так. Потом вы то же самое проделаете, берете вот эту ведущую карту номер 2, часть номер 2, и проделайте такие вот полосочки на части номер 3. После вы, как все это сделали, это у вас займет очень много времени, после как это вы все сделаете, начинаете сравнивать. То есть вот берете вот эту вот первую часть и вторую, сравниваете. Видно вот, когда вот так поставите, видно ли карту, как она спряталась вот за этой вот, допустим, спряталась вот эти вот кусочки. Вот это кусочки. Если они спрятались, их полностью не видно, значит хорошо. Но такого не может быть, потому что надо подравнивать. А он там будет просто чуть-чуть вылазить с некоторых. И вы это аккуратненько ручкой или карандашом пометьте, где там, и ножиками или ножницами подрежьте именно вот эту вот ведущую карту. Потом опять же все сравнивайте, это тоже занимает много времени. Сравнивайте, чтобы было все нормально, и оставляйте так. Далее, что вы делаете? Вы уже слаживаете всю конструкцию. У вас все детали сделаны, ну, не все, точно. Берете номер 3 часть, это вот эту вот часть, как там, эту вкладку. И с задней стороны, то есть вот это вот будет лицевая сторона, вот это задняя. Вот с задней стороны вот этой вкладки наклеиваем ее на пластик. Ну, то есть, вот если посмотреть, вот тут вот пластик, а вот с этой стороны, вот тут видно, наклеена вот эта вот карта. Не знаю, сейчас попробую выглядеть. Вот этот вот пластик кусочек, а вот к ней вот так сейчас вынул вот этот вот пластик. И вон видно, что тут карта одна торчит. Вот это именно вкладка. И приклеиваем с задней стороны, там где будет входить карта. Вот так вот. Приклеиваем пластик, чтобы карта хорошо входила. И не зацеплялась вот за вот эти края. Чтобы было беспалевно. А спереди вот этой вкладки мы просто ее обмотаем скотчем. Но не всю, а как сказать, не всю, а просто по краям прикрепить ее. Ну, она будет так вот болтаться. То есть, ну, допустим, вот эта пластмасска, а вот эта карта. Прикрепить ее только вот по этим вот частям. То есть она будет вот, вот так вот болтаться в середине. Потом вы берете вот эту вот заготовку и приклеиваете, вот сейчас покажу на этой. Тоже с задней стороны, кстати, чтобы было лучше, сдираете вот эту вот рубашку, так вот, чтобы получилось белое. И вот с этой стороны наклеиваете пластмасску. И полностью обклеиваете ее скотчем, эту вот часть, чтобы она не заедала и входила спокойно. Дальше нам осталось всего лишь мелочь. Вы уже склеиваете все части. Берете двусторонний скотч и наклеиваете его на вот эти вот белые части, которые приклеены. Вот, вот тут вот посередине и снизу. Ну, додумайтесь, потому что сверху здесь не наклеите, это туповато будет, чтобы скрепить все детальки. А, кстати, делайте вот эту вот пластмассинку, куда будет вставляться карта. Это будет часть номер 4. Делайте ее, как вы уже догадались. Потом наклеиваете вот сюда двусторонний скотч. И между частью номер 1 и 3 наклеиваете тоже, на часть номер 1 наклеите вот сюда скотч двусторонний. Потом вы это все приклеиваете, дальше, ну, глуповато получается, отклеиваете вот с первой части, вот эту вот, самую первую, начинаете отклеивать ее с двустороннего скотча и отгибаете. То есть у вас получается, что, сейчас, для примера, вот это вот будет часть номер 3, потому что вторая часть, она вот еще гуляет у нас. К части номер 3 вот так вот, вот она приклеена, вот так вот отклеиваете. И вот получается, что у вас вот эта вот белая часть, представьте себе, что вот так вот
отогнули белые части. То есть, получается, будет здесь как бы целая карта, а вот тут частица белая. Не знаю, как понятнее объяснить. Просто если показывать, это будет очень долго. Вот. Вот так отгибаете, получается, вот, если присмотреться. Вот. Видно, вот тут вот складочка, вот. Вот эта вот белая. Она у вас тоже согнется. То есть она останется на месте, а вот эта вот часть, она просто отойдет в ту сторону. А, так, сколько мы уже снимаем? Ух ты, 10 минут, надо уже заканчивать. Так. Вот так вот отгибается. И вы наклеите сюда скотч, чтобы вот эта вот пластмасска ходила спокойно, не приклеиваясь к этому двустороннему скотчу. Потом вы отклеиваете и приклеиваете со второй стороны. Ну, если вы не додумаетесь как, пишите мне в личку тут, я вам покажу как-нибудь онлайн. И проделываете то же самое с вот этой вот частью пластмасски. Только пластмасска тут уже напополам не согнется. Тут уже как-то проимпровизируйте или напишите мне, я вам скажу, как делается. Потому что сейчас рассказывать это очень долго будет. Ну, и, в принципе, ваш гейминг будет готов. Ну, если, вот, даю еще одну подсказку. Если, надеюсь, вы сами догадаетесь. Вот, видно, что вот у меня вот тут, в этой пятерке, вот тут есть небольшая вот ямочка, вот тут вот в этой части. И когда я просто вот так вот смотрел, это уже надо проверять уже в конце, а вам расклеить уже будет лень. Когда я вот так вот сделал, у меня тут было видно, что тут дырка. Я тут просто взял и закрасил полоску маркером. Ее теперь из-за маркера не видно. Но так сильно не злоупотребляйте, потому что будет очень некрасиво, как, в принципе, и ВАУ 2. Там было много таких вот ошибок, потому что я старался сделать быстрее. Ну, получилось не очень приятно, не так, как эта часть. Ну, в принципе, вот сам гиммик. Я рассказала, как его сделать. Ну, давай сейчас, пока есть время, пробежимся, как он делается. В общем, делаем первую часть. Вторая часть — это вот это вот пластмасска. Третья часть — это вот эта вот вкладка. И четвертая часть — это вот эта вот пластмасска. Вырезаете это все, склеиваете. Между ними вот так вот проводите скотч, чтобы они спокойно ходили. И с этой стороны, чтобы спокойно карта ходила, не склеивалась с этим скотчем. И, в принципе, уже, надеюсь, вы знаете, как пользоваться и реквизитом, и гиммиком. Поэтому вам не составит труда просто взять и начать показывать фокусы с этим гиммиком. Ну, вот, в принципе, все, что можно сказать про этот гиммик. Даже если так присмотреться, то, не знаю, может, у меня такой реквизит. В общем, реквизит, если посмотреть так вот немножко с краю, может быть, сейчас вам будет видно. Нет, не видно. Но если посмотреть это не через камеру, то будет здесь видно вот частицы карты. То есть они вылазят. А их уже подправить никак нельзя. И это как раз таки может помешать фокусу. Если смотреть вот так вот, как я сейчас смотрю, то мне как раз таки сейчас видно карту было. И вот это, кстати, будет портить фокус. И поэтому реквизит, можно сказать, не очень надежный. И вот тут вот еще очень легко ходит. Если нажмут на эту вот легонечко, ну, случайно, то все, фокус запалит. Но тут оно, нажимать надо будет немножко усиленней, поэтому, если оно так вот легонечко дотронутся, то у вас может появится чуть-чуть или вообще не появится. Вот в этом, в принципе, и весь интерес, весь прикол. Но если вас еще спросят, что это за фигня такая, вы скажите, что это просто, ну, я делал, и вот это вот тут такая пластмасска просто торчит, ничего страшного, вырезать ее не будем. И зритель, если вы будете часто ее крутить, зритель не поймет, где, с какой стороны она будет. Вот, в принципе, все, что могу сказать. Дальше уже разбирать сами, если не разберетесь, пишите мне в личку, в комментарии, и там уже как-нибудь разберемся. Ну, думаю, все, пока.